Вопросы безопасности – важнейшее условие жизнедеятельности всех слоев населения. Школу номер 16 в микрорайоне Жигалово на безопасность проверил заместитель главы администрации городского округа Щелково по территориальной безопасности Виктор Семин. Он проинспектировал средства технической оснащенности, организацию пропускного режима, оснащение видеонаблюдением, тревожными кнопками, сигнализацией и готовность персонала к действиям в случае угрозы или возникновения террористического акта. На территории школы прошли тактико-специальные учения. По легенде, на территории школы проник вооруженный юноша. Он намеревался захватить заложником. По камерам видеонаблюдения его заметил сотрудник школы и незамедлительно передал информацию на пост охраны. По камерам видеонаблюдения вижу проникновение неизвестного лица на территорию школы. Сотрудник охраны, действуя в соответствии с инструкцией, нажал тревожную кнопку и сообщил о нападении. На место выдвинулась группа быстрого реагирования Росгвардии. По громкой связи объявили о нападении и напомнили алгоритм действий при чрезвычайной ситуации. В результате штурмовой операции бандит был обезврежен. Я считаю, что отработка данного мероприятия прошла отлично. Сотрудники Росгвардии постоянно проводят такие тренировки на объектах, которые они охраняют. Ну и администрация школы сработала, тоже считаю, отлично. Все нужные сигналы, информация прошла по школе, по громкоговорящей связи, что всем надо закрыться в кабинетах, забаррикадироваться и ждать команды, что было и продемонстрировано. Мы сегодня очередной раз провели тренировку, специальную тренировку на образовательном учреждении, где также посмотрели, повторили действия должностных лиц, групп задержания, которые действуют согласно регламенту, да, должностному и своим обязанным. При поступлении сигнала тревога прибыли на объект, уточнили информацию у ЧОП, который стоит на входе, также взаимодействие. Да. Вот сегодня мы отработали, все это дело показало, что люди могут взаимодействовать своевременно. Защита детей – глобальная задача родителей, педагогов в школах и детских садах, административных и силовых структур. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.